Всем привет, с вами Рома и... Брат Да, и брат Другов. Вы меня опять видите? Привет! Привет! Как вы помните, мы в прошлой части делали маяк и остановились на этом месте. А я сейчас играю в Гаррис Мод. Это не обязательно говорить. Это не обязательно, да. Так. Но я буду там передавать некоторые смешные вещи. Так, у нас есть кирка, так все такое. Интересно, почему я все-таки... зомби. Я не хочу быть зомби. Я хочу быть джименом. Так, мы продолжаем строить наш любимый маяк. В этом маяку будут несколько всяких штучек. Фак! О, что я сделал? А, нет, пусть будет так. Кто у нас сделал? Так, вот, вот она так вот. Машина. Как вы думаете, это на нормальной высоте мы сделали? Я сделал. Да и не тебе. Мы... А, и как вы помните, вышло новое обновление Mine Builder. И сейчас после этого летсплея я буду выкладывать этот летсплей и буду снимать Майнбилдер тетка. Угу. Но этот маяк должен быть заметным. Сейчас буду искать еще аддоны. Ё-моё! О, аддон на хак скачу. Так, тихо. А, я хотела вам показать мою собачку. Это вторая собачка по счету. Почему их показываешь? Тихо, его зовут Тихо. Уйди, уйди, уйди отсюда, уйди. Да сдрисни. Ну уйди, блин, ты задолбал. Я скачал мод в ОСС. Да ты задрал уже. А мы продолжаем, и наступает ночь, и все говняно. Так, этот блок мы сломаем. Детка. Немного неправильно делаю, на самом деле. Я думаю, мы... Вы видели только что, на глазах прям появились эти зомбаки? Я смотрел этот фильм. А фраза такая крутая. Но он там по-другому немного говорил, он круче говорил. Это да. Все. Он был это столбоком в то время. Столбоком? Да. У него, знаешь, такой рот. А-а-а! Когда он говорит Спота! Твою мать! Бери-бери-бери. Боро-боро-боро. Так. О, модел. Майнкрафт модел пак. Это круто? Не знаю. Бери-бери-бери. Бара-бара-бара. О, как мало весит. Ничего себе. Значит, это хорошо. А модел пак куда надо скидывать? В аддоны? Ты чё, думаешь, я знаю, что ли? Это аддон? Ну, аддон. Так, все, пока, чики-пуки. Моя собака бесится. Скоро вам покажу вторую собачку. Учеба. А. Адун, слушай. Факел, извини. Да, это аддон. Только я его не хочу ставить. Какой? На модулпак Майнкрафта. И чё, почему ты не хочешь ставить его? Мне чё-то расхотелось в Майнкрафт вообще играть. Ой. Ну, сейчас съехала крыша, братья. Почему у меня съехала крыша? Не знаю, смешно. Ну, я немножко
не хочу теперь. Ну, у меня есть маленькая тяга к Майнкрафту, но не очень. Бери-бери-бери. Бару-бару-бару. Вот это мне надо, вот это. Вот этот. А то мне точно нужен. Бери-бери-бери. Бура-бура-бура. Пушка гарпунов. Гарпунган, может быть? Гарпун Кэнон. Ха, вы это видели? Что видели? Да не тебе. На видео посмотришь. Зомби пляшет. Да тут не один зомби. Давайте еще прыгайте на меня, полудурки. Сумасшедшие коровы вебанс. Че? Понял, то же сам. Сумасшедшие коровы вебанс? Да, ты не... Твою мать, я ничего не вижу. И где я? Я сейчас буду качать костюмиз файл not found. А это будет наш маленький уголок. Пока я сделаю перегородку. То и надо. Здесь все освещу. Бери, бери, бери. Аддон на хакс. Ты задрал со своими аддонами, херонами, мадоннами. Чего? Да-да. Мадонна, это круто. Я думаю, ты Мадонна. Сам Мадонна. Бери, бери, бери. Ховердборд. Сам ты ховердборд. Потрачу весь уголь, потому что нам максимальное количество нужно факелов. Думаю, здесь не так много можно осветить. Это лишний. И это. 60 факелов. Я думаю, нам хватает. И сейчас мы приступим к кое-какому делу. Бери, бери, бери. Бора, бора, бора. Опа, опа, опа. Тири-тири-тири. Интересно, у меня дерево есть. 39 мегабайт. Ничего себе. Так. Какой где черт? Городишко, 39 мегабайт. Вы что, издеваетесь? Вы что, издеваетесь, Макрон? Да не тебе. Так, придется ждать, придется ждать. Знаешь, что все написано? Three дни or no cake. Ладно, извините, нам придется прерваться, чтобы переждать ночь. Ждем. Так, мы продолжаем, у нас уже утро наступило. Мы выходим, идем домой. Ой, не домой, а попробуем найти дерево. А, я знаю, где дерево, знаете. Вон наше дерево. Вот надо будет откопать везде уголь, конечно, потому что я весь уголь, как видите, потратил. То, что мне... Вот как моя... О, господи! Я не знаю, как это назвать. Наверное, я перестрою мой наш маячок. Извините, я вернулся. Так. Алло, я вернулся. Он тоже вернулся. Рамис, ну ладно, всем пока, с вами был Рома. Удачи и до новых встреч. Подписывайтесь, оцените, ставьте лайки. С вами был и брат Другов тоже. Да. Всем пока, подписывайтесь на его канал. Оставляйте хороший комментарий на его канале.
И не забывайте побольше лайков, меньше дизлайков. Ладно, всем пока.